Добрый день, дорогие друзья! Привет вам из Елгавы! Сегодня у нас среда, 25 октября 2023 года. Вот забрал Наташу с работы, едем туда, Парижской, в сторону Максимы, на Валдыка, да? Покажем вам город, покатайтесь с нами, осенний город, как выглядит. Сегодня прохладно. Где-то плюс 5, да, плюс 5 градусов. Ну, нормально. Нет, ведь такой морозный, как будто... Ну да, как будто где-то, ну потому что похолодание обещают. Сегодня уже вечером и завтра уже все. Обещают и снежок, и мокрый снег. Ну, это ненадолго, на пару-тройку дней. А потом опять потепление. Ну, обыкновенная осень. Наша латвийская осень. У нас может в ноябре так подморозить, а в декабре плюс 10. Ну вот покатайтесь с нами, друзья. Да, он все одевается. Я уже сам одел такую зимнее пальто. Полупальто такое. И с кепкой. Это наш железнодорожный вокзал. Вот и Елгава. Ну, это для тех, кто недавно подписался, друзья. Вот перемычки ставят даже. Такое чувство, не? Стоят перемычки, да? Не было. Или мы подзабыли? Ну, там посмотрим. Если что, съездим, видео снимем, покажем людям. Вот какие деревья красивые, красавицы. Так. Ага, да. Думал обогнать, но обгоню. Даже грузовичок, это есть грузовичок. А он как раз налево пошел. Так что все нормально. Что-то случилось у него. Замкнуло. Виделось, сигнал все время у него сигналит. О, какая машинка. Ага. Это что за цвет? Это салатный цвет, да? Или какой-то желто-салатного цвета. Надо поближе к нему подъехать. Церковь. Красиво, красиво смотрится. В любое время года, да? О, как у него гремит. Ну, интересно, как у него там у самого перепонки не лопаются. Проедемся по набережной, вам покажем, друзья. О, как долбит у него. Буфера. Ага. Все. Наверное, вам слышно было этот звук. Ой, как они там в машинах сидят, слушают, я не понимаю. Может, они там эти беруши в уши запихивают. Летит, пофиг. А он видит, это М-ка. Пропуск. Ну да. 5 градусов, да. 5 градусов, друзья, тепла у нас. На этот раз мы здесь решили проехаться. Ну да, там в пассаже этот магазин.
Подземная стоянка закрыта. Магазин Максима тоже убрали, ликвидировали. А так мы все время туда с Натальей. Там было очень удобно. Но идет ремонт, так что будет она работать по-любому. Если этот эскалатор-то подъемный ремонтируют. Ну так, профилактические ремонтные работы идут. Мы показывали вам видео. Если не трудно, зайдите, посмотрите. Подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк. Напишите какой-нибудь комментарий, друзья. Будем очень вам благодарны. Заранее спасибо. Это вот гостиница. Она здесь всю жизнь. Это отель Елгова. Ну давай, давай, Страус, работай. А то нам сейчас закроют. Ну ладно. Он едет 30 километров, потому что ремка у него, он недавно видел, права сдал. А может быть, и кто-то учится еще. Кто-то рядом с правами едет, а за рулем ученик. Какие там белые права дают или какие там, что там дают? Белые, да? В Елупы речку переехали по мосту. Вот, на Рижскую улицу выехали. И на красный свет. Ну, сегодня ветерок поднялся, и листьев еще меньше стало на деревьях. Даже у нас во дворе, да? Отключаться не будем, посмотрите, друзья. Сегодня среда, повторяю, 25 октября у нас. Еще цветы даже не убрали на столбах. Да, здесь не, ну, убирают потихоньку. Уже у нас порубницы уже такие шары, ну, уже к зиме готовятся. Огоньки вешают, меняют, цветы снимают. Вот этих со столбов фонарных. А вешают огоньки уже праздником, зимним праздником. Ну что, первый праздник идет 18, ну так я вкратце скажу, так 18 ноября, это такие большие праздники, День независимости, но потом уже идет Рождество, потом Новый год. Ну и так далее, всякие разные. А Рождество еще потом в январе идет, через две недели получается, да? Сначала католическое, потом православное Рождество, ну и так далее, говорю. Там и елочка, вот, вот как время летит. Смотрите, какие красавицы стоят деревья, ну красиво как. Золотая осень, да? О, нам открыли как раз. Спасибо. Палдес. Ой. Вот сюда мы ехали. Так, нам основной какой нужен? Где мы станем? Максима, да? Ну, сейчас посмотрим. Ну да, где-то напротив стояночки вот здесь. О, тут все забито. Да, там забито. Ничего себе, в среду. А вот здесь станем. Ну ладно, пока, друзья, мы отключаемся. Во, есть места, нормально. О, опять включился, да. Во, место еще даже ближе нашли. Красота. Вот куда мы приехали. Валдыка, Юски. Так что только здесь нету. И Максима, и тут, в общем, Дарзман Майн, все тут есть, друзья, все. Пока отключаемся, да. Ну вот, с Наташей мы закупились. А я там не поеду, я поеду здесь вот. О, а я не знаю, там есть, нет? Лучше мы выедем как положено. Да, там это... А нет, здесь ничего нету. Поехали тогда здесь, правильно? Покатайтесь с нами, друзья. Сейчас поедем через жилмассив РАФ. И там налево туда поедем. Да, да, вот здесь вот проедемся. Ну, смотри, как красивые деревья.
покажем город наш, эту сторону. Этой осенью мы еще не показывали так. Лежачего полицейского проедем и поехали. А он хорошо проглатывает. Машина большая. Немножко еще на Рижскую выйдем. Во! Вот какая красота, друзья. Смотрите, какая осень у нас. Ну так плюс 5, плюс 6 где-то, да. Ну вот уже одевают потихонечку шапочки такие, знаете, курточки такие потеплее. Еще, наверное, успеваем. Сейчас проедемся и все. Ну да. А это там всякие, которые сейчас ты положил, а где они? А, по полу сейчас кататься будет. Во! Во, какие деревья! Цветные, красавцы. Сам так и не раскрасишь. Да, сам так не покрасишь такие цвета. Это природа красит. И листья, вон, посмотрите, даже на асфальте. Ой, разноцветие такое. И цветы висят, смотри, Наташа. Зеленые листочки на цветочках. Просто красота. А мы по Пернову вас проедем. Или, ну да, по улице этой Пернова. Вот здесь повернем. Это жилмассив РАФ. Торговый центр Пернова. Тут Рими центр, РАФ Рими, это все. Все связано с названием завода микроавтобусов РАФ. Ну, для вновь подписавшихся скажу, что я на этом заводе отработал 15 лет в кузовном цехе, сварщиком, на доводке. Всем привет! Всем здоровья, благополучия всем, добра, мира и дружбы между народами. Ну вот, нам открыли. И хорошо, никого нет. Вот здесь проедемся. Ну даже немножечко вот на одну секунду вот сюда заедем, вот во двор, вот так вот покажем вам. Здесь развернемся. Алена здесь снимала эту комнату. Она здесь снимала, да? Это в доме. А, нет, не помню, честно говорю тебе. Алена, она... Наша, вот это с этого подъезда, а твоя вот стоит. Людина? Да. А. А твоя стоит. Ну вот, сейчас разворачиваемся. Может быть, если кому знакомы, друзья, эти районы, пишите, пожалуйста. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ой, сколько орехов, эти дубовые орехи кругом валяются. Да, ветерок сдувает. Да, в этом районе все знакомые лица. Очень много знакомых лиц, потому что, я говорю, через РАФ прошло столько много народу.
Только все стали старше и уже еле узнаваемы. Некоторых вообще не узнать. Так, здесь 30, потихонечку едем. Тучки собирают. Но сегодня обещали, да, что будет облачность, но дождя пока не обещали. Завтра, возможно, снег пойдет, послезавтра тоже. Заморозки такие. Ну что, обещали, да, минус 5 градусов, так что, ну, по всей Латвии, правда, друзья. Вот здесь мы пешие прогулки делали, в прошлом году даже ходили по... Да, в прошлом, позапрошлом году. В прошлом вроде бы, да. Летом. Заходите к нам на канал, посмотрите. Так, нету. На улицу Берзу повернули. Сейчас на локомагистрале и поедем по Калцинскому шоссе этому. Кружок такой сделаем. Вот на переднем плане, вот где лес начинается, это кладбище Берзу Капи. Здесь мои родители, и папа, и мама лежат. Сколько листьев красиво. Такая строит тоже, да? Да, большой дом строит. Газоблоков эти белых. Ну, из белых этих блоков он быстро строится. Если два укладывают, один на бетономешалке. Ой, быстро идет. Это керамзитобетонные, те тяжело. Вот дворцы какие. Керамзитобетонные, да, тебе тяжело. Там не разгонишься. Устаешь ворочить их. Тут уже, смотри, не было, вон уже какие дома. Чистое поле было, вон уже даже свет горит. Строится, друзья. Частный сектор у нас, конечно, развивается быстро. Вот что-что, а частный сектор у нас точно с космической скоростью развивается. Строится, имею в виду, свои дома. Так, там нет машин? Нету, слава богу. Но все равно надо подождать. Так, кто вылетит. Спешка это, знаете. А тут грузовым запретили, им объезд. Здесь нельзя, грузовым движением здесь запрещено. Поэтому он пошел туда, на локомагистрали. А это мы на Калцинское шоссе сейчас выехали. До бывшего 6-го магазина доедем и там отключаемся, друзья, да? Потому что мы ехали там. И повторно что там нам включать? Вот тоже. Ну, это реставрация, видимо. Отделка идет, да? Я думаю, что она немножко повыше крыши нет. Ну да. Вот кто помнит, тут хорошо сделали. Здесь не было ни тротуара, ничего здесь не было. Видите, по левой стороне вот эти столбики стоят. Это тротуар с бордюрой. И каждому двору есть подъезд. Тоже заасфальтированный буквально вот каждому двору. И тротуарчика раньше не было. Ну и тем более из брусчатки такого. Видишь, он заасфальтирован. Каждый двор. Вот везде вот так надо. Вот так именно везде. Но почему только с этой стороны сделали, а с этой нет? Только с одной стороны сделали. Ну да, и подъезды все заасфальтированы, только с одной стороны. Ну вот как-то так, друзья. На этом будем заканчивать видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем большое спасибо, всем здоровья, счастья, благополучия.
мира, добра, друзья, и дружбы между народами. А вот этот бывший 6-й магазин по левую сторону. Ну, сейчас тут другое, тоже что-то, продукты какие-то. Пиццы делают. Пиццы, да? До свидания, друзья, до новых встреч.